Всем привет, это Гром. Приветствую всех зрителей и гостей канала. Подписчикам огромный привет. И как бы сегодня будет видео про всякое разное, про миссии. О, кстати говоря, я единорожку поймал. Вот тут она у меня пока бегает. Как бы клетку я посадил ее. Показать я показал, где я нашел ее. Как бы, ну, пускай пока будет. У меня пока кибла грифона нету. Пускай бегает. Так, а что это было? А ну-ка, ну-ка. О, ничего себе. А что это было? Интересно, а что будет, если попробовать эту дрянь? Блин, интересно. Ну-ка, ну-ка. Ну, и что это такое будет, интересно? Где она тут? Нет, нет, не ешьте, это что-то новое. Вау, как меня растаращило. Обалдеть. Вот это круто. Блин, я не думал, что такой эффект будет. Прикольно, что такое розовенькое. Что такое красивое, а не роза, а желтое, непонятно какое. Да, наркота хорошая. Таращик как от наркотиков. Ладно, еще одну на запас возьму. Да, все-таки ты красивый такой. Ну, потом ты еще бегай пока. Так, ну ладно, что, болтать-то долго, долго можно, в принципе. Что, блин, пускай он бегает. Ну, начнем понемножку. Пускай он гуляет пока, голод наигрывает. Ну все, начнем. Так, стоять. А где-то я уже это видел, ну, как бы одна и та же заставка. Ну, как-то уже неинтересно. Ведь правда же? Ну, я думаю, что-то надо придумать, да? Ну что? Ну все? Поперли? В общем, я начинаю выполнять задание, и для выполнения задания мне нужен бобр, блин, потому что у меня два сдохло. Надо будет еще одного, короче, найти, хотя бы какого-нибудь такого нормального уровня, блин. Блин, где бладоки меня тут клинят, заразы. Пошли вон отсюда, блин. Ты смотри, какие неугомонные, а? Ну, обалдеть, ты большого уровня, да, зараза, да? Еще сейчас я замочкаем, блин. У меня орел мощный, так что ничего, сейчас ты меня выхватишь. Так, что там? Всего же убегаешь, да? Ах ты, как длинный. А что ты, ну, на сказку попал, да? Ничего подобного. Так, ладно, все это весело. Ну. Бубер, бубер, ты какой у нас? Это мелкий, блин. Нахрен убить тебя. Ты нахрен вообще не нужен. Это что такое? О, это уже поинтереснее. Это уже так интересненько. Иди сюда, дружок. Сейчас мы, блин, тебя отвезем куда-нибудь, наверное, до этого, блин. До океана, блин, и там тебя траванем. Ладно, медуз, чтобы было, блин. А то иногда бывает, что медузы вообще нифига не спавнятся, блин, очень долгое время почему-то. Как бы игра что-то вольтанулась совсем, блин. То прогружает, то не прогружает. Что-то как-то интересно, мне такие чудеса происходят. Ну, что-то ничего не видать, блин. Ничего нигде не видать. Непонятно. Что-то не пойму я нифига. Блин, обычно здесь вот прям их прям кишит, блин, в этом месте. Потому что здесь нарубывал их кучу. Так, ну ладно, что тащить-то его на базу, блин. Там что придумаю. Ну вот я уже на базе, блин. Сейчас не знаю, что придумать с ним. Биотоксина как бы у меня нету нифига, я его потратил, надо будет искать, наверное, блин. Так, да кто-то что там? И что это, и куда ты пошел? А? Что такое? Ты что, попутал? Ты куда пошел, блин? Орел, куда он ушел, я не понял. Так, ладно, надо перейти, короче, за биотоксином, блин, надо смотреть. Вот эту заразу, наверное, с собой забрать. Как бы
У меня бальзам с собой есть, блин, если что, сейчас я приручу там, да и все, блин. Ну, что-то паразаврики тут лазают. Это хорошо. А то обычно лазавры тут шастают, заразы. Прям кучами. Кстати, надо будет приручить эту самку или двух. Так, что-то тут ничего не видать. Да, кстати, в старом сохранении у меня вот здесь база была, блин. У меня вот там мешок стоит. Если что, вот эта старая база вот на этом месте была у меня раньше. И иногда на сервере, кстати, здесь она бывает. Как бы, ну что мне бояться кого, блин. Кто придет, получит по шее. Блин, куда тебе положить, а? Что-то фигня, что-то нету нифига, блин. Давай, где безопасное место вот здесь одень. Высажу, блин. И побегу, пошастаю. Ну, что, тут есть кто-нибудь? Что-то не видать ничего, блин, как ни странно. Обычно в воду только залазишь, их прям куча, блин. А тут почему-то нету ничего. И почему-то даже рыбы нету, блин. Что за ботва такая странная? Там где-то вдалеке лазит, вон, плавает рыба, блин, и все. И что-то больше никого нету. Это что-то как-то подозрительно. Интересно. Даже манты нету, блин, почему-то. Манта там где-то вдалеке, блин. Интересно, интересно. А тут есть ихтиозаврик какой-то. Ух ты, какой большой и красивый, ё-моё, только женский, блин. И у меня уже есть. Блин, отцепись от меня, я тебя не хочу убивать. Ты хороший такой, нормальный. Кстати, ихтиозавра, если что, никто не трогает, блин. Только больше, как я и говорил раньше, больше одного не заводите. Как бы нафиг они не нужны такие. Ну, более-менее заведите, блин. Если вот такого завести, конечно, ну, будет прям круто. Кстати, жрет он все подряд, и желательно мясо его приручать. Он быстрее приручится. Там как бы и жареное мясо ест, и первосортное жареное жрет. Как бы все путем. Так, где тут мой бубранский? Опа, ты чё такой? Ты где отсюда, ты мелкий? Мне надо потом большого приручить. Все маленькие, кстати, убивать, потом большие заспаунятся, будет нормально. Ну, дилка-тварюка. До свидания. Давай, на колбасу. Так, и чё это, я не пойму ничего. А где же медузы? И чё? И где? Чё, ничего не сверкает нигде, ничего? А? Не пойму. Может, тут где-нибудь? Рыбка. Что такое? Камни. И чё? Здрасте, листик. Как ваше ничего? Ты такой мелкий. О, нифига, топижарка летает какая-то. У меня топижарки еще пока нету. Надо будет потом найти какую-нибудь сотую какую-нибудь хотя бы. Так что, не понял, чего улетело? А, вот да. Ну, это мелькая, женская. Вот как бы такая, более-менее. Так, прям дальше. Чего, блин? О, раптор тварь. Терпеть их ненавижу. До свидания. Так, может, тут в этом месте где-нибудь, блин? Ну и чё, тут будет медуза где-нибудь? Алло, гараж, блин, у меня биотоксин-то нету. Да наркота еще не выросла, блин. Что-то черепашка одинокая тут лазит. Странно, блин, звук идет. Где-то не плавает, только я не пойму, где они, блин. Может, здесь где-нибудь под камнем где-нибудь, блин, а? Ну? Ну и чё? И чё? Белогорец кто-то там чешет. И чё? И тут и? Алло, о, акула, блин. Нет, тут чё-то, короче, нифига тут нету, блин. Я так не играю. Ладно, как-то надо будет, блин, придумывать. Липка. Блин, нет, короче, нифига. Ну ладно, как-нибудь буду приручать его. И, короче, я его приручил, блин, что-то у меня запись не записалась. И как бы записывать не записалась, как бы он у меня уже есть.
И что еще взял, блин? Миссию охота на аргентавис, блин. Как бы нормально такая охота. Кстати, если кто не знал, за эту охоту дают прям нормальное седло на кицаля. Как бы открывать его не надо. Если одного кицаля заводите, то прям то, что надо будет. Блин. Ворот. Мелкий рекс. И аргентавис. Сейчас получим его по шее. И что-то тут разлетался. Мелкий. 35-й. Сейчас это заклею. Так, что там еще один, наверное, да? И что это где-то? Где-то сзади, да, он? Где-то он сзади-сзади. Блин, сохранение, как всегда. Забодало меня уже. Прям она вот прям нужная она. Блин, я не пойму, здесь где-то была заметка. Я ему сейчас выполню эту заметку. Блин, желательно бы, конечно, по заметку все это дело сделать. Опыта за него дают. Ну, там вроде пару тысяч, блин, ну как бы. Они лишние не будут, блин. Ничего, где мы? Чё-то ничего не видать. Угу. Аллозавры, зараза. Блин, что за фигня такая? О, еще лозавра, офигеть. Только я, блин, вспоминал, что я паразавры лазили. Вот они, здрасте. Тут прям куча, блин. Слышь, ты ничего там не перебудал, они сюда, блин. Сюда иди ты. Ты что, меня гноришь, что ли? Что, блин, блин. Покусал, все, и на этом все, блин, закончилось. О, у меня тут паразаврики гуляют. У меня еще забора нету, я еще бомжа. Блин, а что же? Так, кстати говоря, вот если кто не знал, сейчас покажу, как на среднем, не на среднем, как вот на низком выглядит игра. Вот так вот, например. Это Epic. Ну, Epic типа как под компьютер выглядит. И как бы до компьютера еще далеко ему. Но если записывайте где-то вот на такую ерунду, ставьте, блин, потому что будет тупо выбивать почему-то, блин. Вот такая вот фигня. Блин, где заметку взять, а? Где-то заметка тут была, блин. Сейчас я не пойму. Вон, на колбасу. Ну, отвалили там моя колбаса. Еще один дух. Это заметка была, да? Вот это? Алло, вы тут подвинуться не хотите? Нет? Нет? Скорпион женщин. Я тебе сейчас заколбашу, скорпион женщин. Газовар-то загаренный такой, наверное, ну и фиг. О, тут красавчик, тут лазит, ты такой красивый, я тебя потом приручу. Блин, что-то я нифига не понял. Что, ни одной заметки нормальной не осталось, что ли? О, еще один лази, да? Рекс, Пекс. Это, походу, самка, потому что самки, они темные. Он такой темно-красный. Блин, где они все заметки? Я понял. Где-то ж она должна быть, да? Или что? Где-то, блин, я тут не помню. Где-то тут наверху. О, сколько рапторов. А чё у вас столько много? Обалдеть можно просто. Чё-то прям многовато. Блин, где-то тут ворота эти. Какие-то там ворота, блин. Сейчас ничего не видно по этой ночи. Летают тут как дурачок. Это тут вот эти ворота должны быть. Отвали ты ещё от меня. Так, ещё один звук, да? Ну, такие вы молодцы. Придут, там что-нибудь летает, блин, не надо отвалить.
Копёшка подох. Наверное, это сердце прихватило. Блин, где она есть? Блин, ни черташеньки вообще не видать. Что это такое? Это мне такую зону показывает, да? Ну, что ты молодец. Такой, мне она нафиг не нужна твоя зона, блин. И чё? Блин, темно, прям ужас как темно, ничего не видно. О, Карла. Что лицо в темноте, блин, зарада. Так, а где такая заметка была, да? Или что? Где заметка, блин? Дайте заметку, зарада. Да, ёшкин кот, ты смотри. Так, а где же мне её достать, блин? Сейчас, где-нибудь я её найду. Короче, уже день, и нашёл я всё-таки, блин. Такой по ночи лазил, блин, вокруг этой ерунды. И не мог сообразить просто, где она находится, блин. Ну, теперь можно. Я лазал, я зараза укусил, да? Ну, козли набрал. Теперь можно аргентависа искать, последнего, по-моему, да? Еще один остался. Как бы, наверное, все, блин. Ну, тут недалеко. Сейчас его замочкать под заметку, и нормально будет. И опыт будет, блин. И сидушку дадут нормальную. Там обычно астендент дают, блин, или работа мастера, или что-то такое хорошее прям. Как бы такое не открыть просто, не получить, блин. Ну, раптор опять, сволочи, тут набежали. Блин, надо ворота ставить, блин. Это здесь ворота просто опасновато. Так, ну и чё, иди. Ой, там целая куча, блин, аргентов. Это есть хорошо. Ну, такой мылка сейчас. Замышлю. О, у вас тут прям куча, да? Ладно. Чем больше, тем лучше. Ну, давай. Налетай. Торопись. Так, куда мы сейчас? Сюда сядем и набьем вам морды. Ну, давай. Ну, один есть, все. Отлично. Так, о, дали сидушку нормальную. О, все, все, дали нафиг. Давай еще один остался, да? Самый нахуй. Так, я не понял, это 145-я, блин. Так, у нас 145-я, да? Ты давай за мной лети, 145-я. Кто тебе приучил, а то у меня самки-то нету. Ну, давай. Ну. Что ты летишь? Лети. Давай, за мной, давай. Что ты тут? Не убегай. Сейчас я тебя подальше туда утащу, блин. А ты что, день подохнешь? Что ты, где за мной? Иди давай. Ну, давай, догоняй. Ну что? Ты тут? А теперь начинаю тебя вырубать. Блин, как всегда, сохранение нафиг не нужное. Так, это у меня транквилизатор. Ага, ты что, хочешь линять? Сюда иди, говорю. Сейчас я тебя буду вырубать понемножку. Так, дружок, на посипку. Так, ты меня сильно давай не бей. Бить поменять нафиг, а то ничего не видно, целиться плохо. Оглушение тут нормально вроде на луке, так что отъедешь быстро. Давай, дружок, терпи. По голове получается, что делать? Это твоя будущая жена. Где твоя нафиг жена? Блин, ты тихо вполне осталась жизни, да? Ну, понемножку сбиваю ей, блин. Сейчас отрубится. Я думаю, у нее где-то 1003, наверное, 4. Оглушение. Так, это уже опасно. Ой, она улетела. Это прям хорошо. Ну, что, блин, пускай летит. О, дружище, у тебя повышение. Все нормально. Все, полетели отсюда. Кедрень фени. Теперь можно мотать на базу уже. С чистой совестью. Что, теперь следующее задание. Надо опять брать заметку.
как бы тут на горе их куча. И мотать как бы бобер прирученный. За него тоже опыт дадут. Блин, ну давай берись. О, отлично. И все, как бы, блин, сейчас бобер там дома уже, он прирученный. Все путем с ним. Вот он. Приручение кастрадей здесь. Просто это бобер. И все. Бобрянский. Сейчас он, кстати, наверное, так и будет, но как бы. Мне это имя у них прикалывает, блин, бобрянский. Как бы нормально, прикольное имя. Только осталось долететь до него. И все. Переименовать. Может, ему еще опыта дадут, блин. Как бы вроде всем прирученным дают опыт. Причем прям таки нормально опыт дают, блин. О, все уже дома. Ну давай, ну залазь. Ну нет. Ну да, да, нет, нет, да. Да вот ты меня забодал уже. Садись уже, блин, сядь. Что-то, блядь. О, додохи у меня тут бегают, пока маленькие, блин. Я, короче, хочу большого додо завести. Так, все. Имя вашего друга. Так, ты у нас будешь бобрянский. Сейчас мы тебя перепишем. Блин, клавиатура опять у меня задралась. Вот это не поймешь. О, нормально. От бобер. Что за бред? Ну, давай, бобрянск. Ну. Все, бобрянский. Отлично. Бам. Ну все, вот еще дали. Нормально. Вау, крутые дали стрелы мне. Вот это да. Ты что тут делаешь? Что тут лазишь? А, ты уже выросла уже, походу, да? Так, давай вон туда. Все до кучи. Мне тут тюрьма для додошек, блин. Я их тут, короче говоря, этот, скрещиваю. Выращиваю больших, блин. И как ни странно, самые большие получаются вот эти серые. О, а ты тут что лазишь? Не понял. Что там делаешь? Ты что-то забыл? А? Ну давай иди сюда. Так, что-то не заграчно. Ну все, давай, пошли. Здорово, только додоха. Джинджина, джинджина. Что у вас там, как дела? Не понял, что-то там заглюкало, что ли, да? Так, это мне фигня не нужна, он маленький. Не рубится. Ой, извини, поговорите с каким, блин. Какахи. Блин, какашек прям куча. Это у нас что, блин, мелкий тоже, да? Это у нас такой... Более-менее. Так, что у нас тут такое? Мелкое все, блин, все мелкое. И тут, блин, не знаю, что с ней делать. Где тут нафиг? 1.03. Сейчас я отсортирую. 1.15, блин, 0.3. Додоха, блин, додоха. Блин, вот такие все маленькие еще. Это вообще капец, блин. Сколько ж вас надо разводить-то? Так, а ну пошли нафиг отсюда. Так, кто у нас тут самый большой? Это кто такой? 1.31, да? Ладно. Еще в клетку. Я тебя... Слышь, блин, ты куда пошел? Эй, ну стой. Ну иди сюда. Так, все, давай, засунься. Все, ну давай, сиди. Это что такое? Женщина, 1.35, вот, нормально. Так, сиди, стой. Там как-нибудь, о, нормально. Процесс пошел. 1.09, блин. Ну ладно, фиг с ним, тебя засуну, блин, потом посмотрю, как у тебя дела пойдут. Все, туда засунься. Что такое, яичку? 1.16, 1.11. Как бы ты мне нафиг не нужен. Пятух, не пятух. Так, зарубить тебя, короче, нельзя, да? Как всегда. Уже пятка. Так, додо, блин, иди сюда. Давай, залазь. Давай, пошел, блин. Ты слышишь, блин, та залезь, ты говорю, блин. Ну давай, ну что? Ты что, угораешь, что все? Да ну нафиг подвинься. Ты слышишь, зараза, блин, а? Все, засунься. Ну, все.
Так, это что такое? 31.103. Это прям фигня. Это прям мылко. Да и как всегда не рубится. Ну что ж поделать. 1.31. 1.23. Тоже мылки, блин. Что надо всех здоровых оставлять, блин, а маленьких нафиг они как бы вообще не нужны. Что я не вижу смысла, блин, в них. Что их будет куча, а толку с них вообще не будет. Так, что-то застрял, да? Это что такое? Что у вас там лежит? Дайте я вас люблю. Яйцо. 1.16. Так, нафиг отсюда. Вылази, блин. Да я вылезу. Ну, давай. Так, ты. Так, яйцо. Еще одно яйцо. Сейчас посмотрю, что там получится. Подвинь жопу свою, я вылезти не могу. Так смотри ты, а. Какашки. Блин, как дудошек завел, капец, какашек этих. Я не знаю, куда их. Хоть соли их, блин. Все, давай, иди. Ты куда пошел? Ну, давай, иди. Не пойми, куда. Яйцо, не яйцо, блин. Так, ну, да что тут у вас? 1.15. Подвинься нафиг отсюда. Так, ты, друг, давай, иди вот туда. Встань, все, и стой. Все, все, бенч. А что, забахало, что ли, я не думаю. Все, давайте, до свидания. 1.31. Так, ладно, фиг с ним, блин. Тебя засуну тоже туда. До кучи, блин. Сиди пока. Что за бред, я не пойму. Чумачечий дом. Так, все, вроде все. Вроде нету никого. Ну, сейчас будем выращивать дудох. Ну, мне еще уровень добавили. Круто. Где тут яйцы? Яйцы, яйцы. О, сидушка прям хорошая. Так, это выкидываю, выкидываю. Костер. И еще один. Котел. На всякий пожарный. И костер. Все, процесс пошел. Ну, теперь ждем. Ну, в общем, уже секундочки остались. Сейчас они вылупятся. Уже ночь. Сейчас посмотрю, что там получится. О, ну, такие более-менее. Один что-то маленький, один большой почему-то. Не больше, не меньше. Ладно, фиг с ним. Сейчас посмотрим. Потом нафиг выключить, чтоб не сгорели. Мы тебя заклеймим тоже. Понял, что за фигня. Ну, выключить. Эту хрень тоже выключить. Так, ягоды, блин, нет у меня ягода. А где же их взять? Сейчас где-нибудь возьмем. Бобер, у тебя есть что-нибудь пожрать ты? Ну, тебе повышение, блин. Морковка, блин, ну, как бы мало у тебя. Так, где же взять-то, а? Стопы. За мной не ходите. Так, у меня есть волшебную бронте. У которой очень-очень много ягод. Да, ты что, шесть у тебя полные прям. Штаны. Ну, ягод взял, блин. Сейчас пойду покормлю. Зато не могут сдохнуть. Закройте дверь, это дует. Детоныш на тебе. Ягод сейчас я тебе насыплю. Ну, пока маленько. Так, я тоже немножко. О, по 90, нормально. А не пойму, а что за бред такой? И такие сердечки, и такие сердечки. Да, дарить смешно. Ягод у тебя. Мало на тебе еще. Вот дохлятина там валяется. Исчезнет она. Так, а я не пойму. Что за бред такой, блин? Забагала фигня. О, у тебя пожрать вообще нету, да? На тебе ягод. У тебя ягоды есть? Да. Так, кто тут еще голодный? И что? Все? О, у тебя мало вообще, блин. Все, подохнешь. У тебя что, ягоды есть? Так, тебе веса, жизни веса, ну, чуть-чуть у тебя есть. Так, что ты, блин, нахрена мне магазин, блин?
Подожди, что тут в магазине? Ну, нет ничего, ни хрена там нет опять. Так, давайте, короче, ягоды эти выкину. Изю. И балдите. Что, не хочешь подвинуть? Бля, я выйти не могу. Ну, теперь, я думаю, пора уже мотать за орлом, как бы. Ну, все, попрям. Ну, вот, я уже на этом острове. Как бы, вон она лазит, блин, я уже выследил ее. Ну, зараза, улетаешь, да? Страшно тебе? Это пижарка там летает. Блин, зараза, куда она залетела, я не помню. Анкилозавр, ты что меня пугаешь, блин, иди отсюда. Ты такой мылкий, такой шипастый, иди отсюда. Дружок, пошли со мной. Блин, где она? Вот она. Вот она, вот она. Тут никто не лазит, блин, рапторов нету, ничего такого нету. Аргитавис, иди отсюда нафиг, блин, стой. А стой, говорю тебе. Так, где она есть? Вот она. Блин, вода, блин, походу в воду не упала. Ну, давай, на удачу. О, нормально, на камень упала. Пронто. О, его потом на мясо пустить. Иди отсюда, наша хрюшка. Как интересно, я не пойму, блин. Что-то нету игол? Да нету вроде никого. Так, вот это зараза еще на мясо напустить, блин. Так, ну иди сюда, говно. Мне орла кормить нечем. Пиросовки я еще не раздобыл. А ты гад, ты мне еще и орла бьешь, блин. Но я тебя точно убью, блин. Ну, сволочь, блин, а. Ладно, сейчас я тебя наляпаю. Так, ты по-хорошему, конечно, не хочешь, да? Ничего, я тебе сейчас лука вырублю. Лука оглушение большое, блин. Все, готов, молодец. Нифига его раптор жрет. Иди, лука, до свидания. Иди, свой, тварь. Так, один есть, я чуть не понял. Куда он делся? Это что-то интересное, конечно, интересное. Так, и что же, блин, а как надо эти камни себе поубирать? То я не смогу даже достать до него, блин. Угу. Офигеть, а как я до него достану? Офигеть, блин. Короче, надо что-то изобретать. Изобрел я такую конструкцию, блин, потому что по-другому до него просто было не достать ни инвентарь, ни открыть ничего. Как бы, блин. Ну вот. Только так получилось, блин. Что на камень на высокий упала, блин, и все. И как хочешь. Так, надо скрафтить спальный мешок, чтобы ее не потерять нигде. Сейчас куда-нибудь поставлю. Давай, не прыгай, дурачок. Эта хрень куда-нибудь тоже поставлю, блин. И все, пускай стоит. Так, а что же, блин, дерево нафиг мне уже не нужно. Блин, надо же первосорку, да? Надо первосорку. О, яйцы. Яйцы, яйцы. Блин, первосорку надо что-то типа орла. Будем искать сейчас. Так, где же, блин? Где тут? Первосорки, выходите. Ау. Есть кто-нибудь? Алло. Что-то нифига не понял. Тут обычно орл. О, вот есть. Один орол есть. Орол, орол, иди сюда. Ты такой мелкий, я тебе сейчас налуплю морду. Вон, еще один летает. Сейчас тоже на колбасу выпустить его. О, это уже побольше. Так, давай, садись. Сидя на орле, самое удобное драться, кстати говоря. Так, одного замочками. Это сейчас тоже замочкаем, блин. Блин, почему такая расцветка клевая, блин? Почему та не такой расцветки? Та обычной расцветки, блин, почему-то. В принципе, можно перекрасить, но покрасить она тоже готовая.
Так, все. Где там еще что? Есть что-нибудь? Ну, фиг с ним. Ладно, тебя что, летим до нее, блин. Сейчас мясо зарядить. И как бы начнем приручать понемножку ее. Биотоксин, там наркотик есть у меня, как бы. Сейчас что-нибудь придумаю. Так, и шо, и где она? Где она, где она? Где-то тут она, да? Или где? Паразавик в темноте возит. Здрасте. Так, не понял, что это с орлом. Так, мясо есть. Пиросолка есть, блин. Так, ты, короче, у меня под конструкция, да, оказалось? Игра опять с ума сходит, блин. Все, нахрен, поубирать это все дерьмо. На тебе мяска. Вот такое тебе мяска всякого разного. И травки тебе еще. О. Все, давай. Балдей. Ну все, теперь спать и будем ждать. Ну, в общем, уже столько у меня процентов. Понемножку она приручается. И опять, блин, надо искать пиросорку. Буду сейчас искать. Нашел, короче, пиросорки где-то десяток. Прошло немножко времени. Там совсем прям немножко. О, как бы все прям хорошо. О, все, приручилась, молодец, 184 она. Да, это зараза, конечно, уровни сбил, блин, ну что ж поделать. Так, сейчас мы тебе напишем крутое имя. Будешь птичка у меня. О, все, отлично. Птичка. Орел хочет жопу жарить. Сейчас эту дрянь уберу, блин. А то жопа загорится у тебя. Всё. Ну все, блин, что, попрем домой. И пойдем дальше миссии проходить. Короче, я тут лазил на берегу и увидел. Здесь лазит Рекс, блин, который белый, который 115-й. И, короче, блин, думаю, надо, наверное, приручить его все-таки. Как бы что, нормальный будет охранник. Вполне себе хороший. Бальзам у меня есть, блин, все такое есть. И как бы. Короче, надо приручить его, блин. Сейчас я додоху домой унесу, блин, и начну приручать его. Так, все. Короче, ты далеко летишь? Да, я додоху домой унесем и попрем на Рекса. Сейчас донесем ее, блин. У нее много жизни, у этой додошки. Как бы она прям максимальная, которая есть, блин. Что она 150-я была. Бля, среднячка это прям круто, блин. Так, ну все, залазь и попрям. Короче, вот он, зараза, стоит под воротами, прям пришел ко мне домой. И как бы сейчас ему хвост настреляю, блин, и начну гонять его по лесу. Как бы он укусить меня не может, достать меня никак не может. Короче, он прям молодец. И он, да, по-моему, 115-й. Так, и что, где делся? А, он уже все, уже сваливает, да? Блин, не достал, ни хрена, не достал. Ладно, давай погоню. Чё, зараза, теряешься? И снова здравствуйте. Так, орел, давай за мной. Не отставай, блин. Ну, давай, вырубайся. Вырубайся, блин. Ну давай, оно ближе к дому. О, отлично. Колобок, тебя тут не хватало, блин. Иди отсюда нафиг, блин. Что, не понравилось? Сиди у того еще, блин. Ты мне уже не нужен. Так, ну что, клево, блин, нормально прям. Ну, оглашения много, еды прям куча. Ну что, теперь ждем. А пока пойдем. Ну все, блин, как бы прошло много времени, я там полазил, металл пособирал, покрафтил. Сейчас ему балик зарядим ему. И все, он сейчас быстро приручится. Надо за таких больших переживать, как бы, блин. Приручаются они очень быстро. О,
Главное за ним посматривать и все. О, 172. Отлично. У тебя резинки мои по ушами. Шасть полных штаны. Ты опять пришла, я тебе отсюда нафиг говорю. Сиди у то. Смотри, как противно. Так, ну чё, блин. Все, Рекса. Рекса хороший. Прочистим дорогу. И все, прям домой. Ну вот я уже и дома. Смотри, у меня какая есть додоха. Ух, додоха, додоха, здоровая. Чё, осталось только... Как бы одна миссия такая. Интересненькая, которую можно легко пройти, блин. Ну только мне опять нужна заметка, блин. Опять заметка мне нужна. Так, где тут? Терезинка. Терезинник. Самый мой бесстрашный чувак. Сейчас мы пойдем убивать Рекса. Как бы его, по-моему, одного надо просто убить. И все. Блин, на заметку я, наверное, не успею взять, да? Ладно, бог с ним. Без заметки. Сейчас замочу его, да, все, блин. Да, вот 95-я самка была. Все, уже сейчас она кончится. Что-то мне там дали какую-то фигню. О, чертеж на винтовку. И походу такую более-менее нормальную, да. Добавим тебе жизни. И все, нормально. Старевание потом мы выполним. Медленный корм, что там надо делать. Яйцо, карбони, мясо. Ну, как бы это так несложно, блин, потом сделаю, блин. В следующий раз уже сделаем. Так, а что тут? Яйцо, ну нафиг. Это яйцо как бы не нужно. Так, тебе надо искать заметку. А искать, блин, где же ее искать? Так, где-то. Где-то она тут горит. Сейчас я ее найду. На макушке, наверное, да, где-то, блин? Что там еще есть одно задание такое, как бы его выполнить, вообще ерунда. Потому что у меня есть приручный бронтозавр, блин. А там есть приручение бронтозавра, и за него как бы тоже опыт дадут. И как бы опыт неплохой, а под заметку еще быстрее дадут. То есть не быстрее, как больше. Елка тварь. Блин, просто после обнова вот эти лаги меня прям бесят уже, блин. Так, забираем. О, что-то там какая-то каракуля. Непонятно. Ну что, Терек, пошли домой. Как бы, блин, тут до дома недалеко. Где у нас тут? Вот он. Бронтозаврик. И все, сейчас попрем. Сейчас попрем. Тут база, в принципе, недалеко, да? Да, она тут вообще прям близко. Сейчас быстро допрем. Ну вот я уже возле базы. И как бы тут осталось только дойти. И все путем. И задание будет выполнено. И как бы вот такое... Простенькое задание, ну, как бы нужно. Так, давай, дружок, тут стой. Ты мне уже не нужен, ты молодец. Бронча, здрасте. Так, тебе теперь надо имя сделать, да? Ты у нас будешь, как всегда, Бронча. То, что ты Бронча. Потому что ты Бронча. Ты будешь у нас Бронтик. Все, ты молодец. Тебе еще дали опыта, и мне дали опыта, и все хорошо. О, мне наконец-то дали палку для фигни, для этой, на которую можно идти, блин. Ой, повесить, блин, броню свою. Здорово, чувак. Ну, в общем-то, уже ночь. И как бы пора заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр. В следующий раз мы будем... Я покажу, как вот этих... монстра выращивать, блин. Как бы у меня уже двухметровый он есть. Вот смотрите, какой красавчик. И как бы в следующий раз будем уже выращивать до 3 метров. И проходить дальше задание. Спасибо всем за просмотр. За ваши комментарии. Все вы у меня молодцы. Ничего хотел сказать. Ну, всего вам хорошего. И удачи вам. Здорово, чувак. Всем пока.